Любопытная история приключилась вчера в Брюсселе с вице-премьером Ерболом Оренбаевым. По окончании очередного 13-го заседания Совета сотрудничества Казахстана и Европейского Союза господин Оренбаев решил рассказать о своих достижениях иностранным журналистам и собрал целую пресс-конференцию. А общаться он решил на английском, если можно так выразиться, языке. With regard to the, let me start from your second question, whether it's possible to send back Madame Shalabayeva. Yesterday, Minister of the Foreign Affairs of Kazakhstan did very comprehensive comments. В реальности очень напоминающим тот английский язык, который в свое время обессмертил главу Российского олимпийского комитета Виталия Мутко. Его выступление на сессии ФИФА сделало его звездой российского интернета. Более миллиона просмотров. Начало речи главы Олимпийского комитета под названием «Let me speak from my heart» вошло в историю международных отношений. Dear President Blatter, colleagues of the Executive Committee, let me speak from my heart in English. Впрочем, иностранных журналистов не интересовало, сколько нефти поставляет Казахстан в Евросоюз и когда он вступит в ВТО. На пресс-конференции, несмотря на столь яркое вступление, Оренбаеву пришлось ответить всего на два вопроса, но очень неприятных для официальной Астаны. Что будет, если Италия все-таки вышлет казахстанского посла и возможно ли возвращение Алмы Шалабаевой назад в Италию? Должна быть двойная гарантия, чтобы можно была возможность ее опросить. Если Италия готова дать такие гарантии, в случае, если нужно с ней провести собеседование, потому что тут ведется расследование уголовного дела, нам, вероятно, нужно будет с этой дамой поговорить. Если гарантии Италия даст, то тогда проблемы здесь нет. Вице-премьер попытался убедить журналистов в том, что Алму вывезли в Казахстан для ее же блага. Это, конечно, ничего, кроме усмешек, вызвать не могло. И им оставалось лишь поинтересоваться, какой будет реакция Казахстана в ответ на высылку посла Казахстана из Италии. Ербол Оренбаев пообещал нанести ответный удар. Именно эту угрозу уловили и процитировали участники. Казахстан всерьез угрожает Европе. Вот такой вот результат сотрудничества Казахстана и Европейского Союза получился у господина Оренбаева. Больше вопросов никто не задавал. На самом-то деле посол Казахстана давно уже покинул Италию во избежание позора.